Здравствуйте, Белла. Не просто давалась эта работа, потому что кажется очень просто на самом деле, да, с виду-то, что тут делать? Все фиолетовое, плюс-минус, где-то посинее, где-то порозовее, да, да, расставить желтые фонарики. Но когда мы начинаем анализировать по отдельности каждую взятую группу, группу людей или архитектурную группу, и когда мы начинаем вдаваться в детали, рассматривать, что там происходит в окне, что происходит в куполе, что происходит с этими людьми, то, всматриваясь в какие-то конкретные вещи, да, мы тем самым упускаем из внимания, как они соотносятся с окружением, и можем чрезмерно придать значение некоторым темным тональностям или вообще наличию некоторых деталей. И когда мы переходим там, в основной рисунок, мы можем, скажем так, эти акцентные вещи избыточно подчеркнуть. Давайте посмотрим, что такое произошло в работе, почему она стала такая выраженно контрастная относительно людей. Вот что, да, мне интересно. На основном сюжете люди смотрятся каким-то дополнением. Они находятся в среде, они в нее погружены, они вписались в фиолетовый колорит данной световой среды. Смотрится достаточно органично, при том, что большая часть фигур действительно выглядит практически черными, очень темными. Но они не выглядят как-то избыточно контрастными. Но вот когда я смотрю на вашу историю, они мне кажутся очень резкими. Как дальние фигурки, так и ближние фигурки. Хотя в целом вроде как ничего не изменилось. Первое, что хочется отметить, что фигуры в оригинале все-таки более вписаны в среду, и они не являются совсем уж черными. Если мы будем их анализировать по цветовому телу, да, в верхней правой части экрана, то мы обнаружим, что все эти персонажи, особенно их брюки, расположенные близко к земле, части как будто как синим воздухом пересекаются. Они все находятся в синей цветовой группе, в разной степени темноты, но тем не менее в синей. И не определяются как уж совсем черные. То есть они могут быть по тону очень близки к черным, но это должен быть все-таки синий, да, то есть настолько темный синий, чтобы уж почти как черный, но синий. Потому что черные формы из колорита выпадают. В нашем случае тут синий-фиолетовые, да, цветовые группы. Это первое, да, то есть мы сделали сильно черное, чем надо было. Не везде фигура снизу доверху одинаковая тонально, да, в этом еще ошибка. Ближе к земле фигурки там могут выглядеть более светлыми, потому что от земли, от поверхности данной светлой самой по себе, немало отраженного света дополнительно еще выражается. Есть также здесь будет у нас с вами эффект определенной теплой среды, созданной фонариками. И мы увидим, что люди вдалеке общей массой как будто бы золотистым светом тоже объединены. Да, они воспринимаются как черные там какие-то, но вот определенную дымку, такую пелену, не делающих черными, тоже можно сделать. То есть мы вдали не будем видеть это все совсем черным, потому что между черным и нами очень много воздуха. И воздуха цветного, заданного либо фиолетовым светом неба, либо золотистыми фотонами от фонарей. Но все это дело будет мельтешить в воздухе неким светом. Поэтому черное вдалеке в перспективе нам не видно. Между нами должна создаться воздушная перспектива. То есть они должны были усредниться в цвет окружающей среды, которая тут задается фиолетовым небом и золотыми фонарями, и приобрести некий фиолетоватый такой оттенок серовато-черного, возможно, да, то есть это не черный, это фигуры в темной среде, но между нами воздушная среда с рассеянным светом. Поэтому черное вблизи не может быть таким же черным, как вдалеке. Мы это обсуждали на теме «Воздушная перспектива» в курсах. В целом они могут быть, если, например, свет фонарей не очень
влиятельные, да, не очень доминирующие в целом, да, наверное, было ошибочно заявить, что прям все они будут в золотистом влиянии, наверное, только те люди, которые непосредственно близко к фонарям. Но в целом такое ощущение, будто бы они все подвержены фиолетовой среде, которая, ну вот, весь город у вас и накрывает. Но это не черный, не черный точно. Дальше, по фонарям. Это искусственный свет, он будет желтоватый. Да? Я не знаю, какой он у вас на бумаге, каким образом выглядит. Может быть, он и на бумаге желтоватый. Но он точно не белый, не серый. Он тепло-желтый, достаточно тусклый свет. И каким бы он там ни получился, он должен быть точно теплым. Он будет слабее по спектру, чем свет на небе. Свет на небе должен быть ярче фонарей, сильнее фонарей. А вы там отмечали, что небо перетемнено, да, еще что-то. Но действительно, здесь очень важный момент, который важно не перепутать. Это тональность, которая происходит у нас в самой темной части неба, некая облачность, и тональность, которая происходит на поверхности там земли, да, вот этого моста, с отраженным светом от неба. То есть насколько самая темная часть в туче будет светлее самой светлой части на Земле. Это даже не тени. То есть выраженная темнее, да, и вы, в принципе, ну, как я вижу вот здесь, уже на этом новом снимке, это выражено неплохо. А контрастность людей еще у нас с вами обоснована тем, что линия всей вот этой архитектурной части, которая создает определенное горизонтальное такое тут нагромождение, оно на самом деле по тону должно быть более темным. И поэтому люди, соприкасаясь с таким фоном, не выглядят особо контрастными. Они просто чуть-чуть темнее фона. Но здесь, в вашем сюжете, да, произошло отделение от неба, нижняя часть значительно темнее, но не произошло особого отделения между архитектурой и дорогой. Эти две части выглядят практически как единое тональное целое, хотя архитектура должна быть темнее. И напрашивает, ну тут неправильно будет, да, неверно будет мне копировать отсюда цвета и сюда их вписывать, сравнивать их с человечками, потому что у вас при фотографировании работа забликовывается, да, то есть черный, он у вас определяется как серый, хотя, возможно, в оригинале он даже и синий, да, как и должно было быть, а может быть и совсем черный. Но мне кажется, что этот замес у вас очень густой, и он на фотографии выглядит как бликующий, да, поэтому черный не показывает своего тона, и, возможно, тут пришлось бы все перерисовывать, чтобы мне донести мою идею, насколько темно-фиолетовый такой баклажанный цвет архитектуры должен тут быть, и в сравнении с ним вот такой темный смотрится деликатно. А просто черные фигурки на том фоне, какой сейчас есть, смотрятся слишком контрастно. И нам, конечно, нужно заботиться о том, насколько это здание, которое находится на фоне светящегося неба, на самом деле холоднее и темнее, чтобы оно отделилось от света на асфальте именно большим крупным таким тональным пятном. Это несет за собой взаимосвязь всех возможных перемен, в том числе оформление купола, насколько эти декоративные детали, которые тут линиями, да, его окрашивают, будут холодными тоже в среде, фиолетоватыми, не сильно серыми. Насколько там темными будут внутренние части этого купола. То есть он должен занять свое теневое, заслуженное какое-то вот место, как объект, находящийся в контрсвете от неба, способный быть очень темным. Тут очень много темных тонов будет в нем. Ну и на фоне всего этого можно определить, что окошки не будут настолько желтыми активными, они в более погашенной цветовой группе, но кажутся желтыми, потому что вокруг фиолетовая среда, которая вычитает своим фиолетовым окружением фиолетовое погашение в составе желтого, и он мнимо кажется желтым после оптической иллюзии вычитания цвета фона. Чем меньше окошко, чем больше в нем решеток, да, там каких-то декоративных вещей, тем меньше от этого окошка остается желтого цвета, тем больше оно ближе к серым. Но окружение из более холодных и более темных тонов дает эффект свечения этих элементов. Плюс тут крыши, они дополнительно еще более темные, да, у вас тут очень много осталось просто бледных, недокрашенных
закрашенных участков этой архитектуры. И вот в целом просто все смотрится очень бледненько. Но, повторюсь, я вижу пересвет. То есть, скорее всего, вот эта крыша у вас даже по тону-то может быть и нормальная. Просто на снимке пересвет. Вот здесь точно, да, какие-то более плотные тона должны быть. Даже посравнивать, насколько фон темнее этих фонарей. Да, то есть это сколько вокруг должно быть набрано тона, чтобы эти фонарики смотрелись настолько контрастно, как сейчас. Потому что сейчас они выглядят нюансно по сравнению с окружением. Не хватает более плотного тона. Хотя в колорите в целом хорошо, мне нравится. Вот такое розовое свечение на асфальтике неплохое. Интересно получилось. Засвет без грязи, без каких-то жестких теней. Хорошо справились с этой задачей. Ну вот по фиолетовой среде здесь хотелось бы видеть как-то больше локального фиолетового цвета, вот этого средового, вписанного во все черные, во все серые, очень густо и интенсивно, чтобы не было, в принципе, бесцветных черных или серых каких-то. Все было через фиолетовую примесь с пониманием, насколько теплые будут эти слабые фонари с электрическим светом. Да, как тональность важно сохранить. Можно вообще чистую белую бумажку сохранить и в самом конце работы дать нужную тонировку этому источнику света, чтобы он в процессе там не зашоркался, не затемнился. Если вы технически изначально создаете ему еще мокрый ореол, ну тогда да, тогда вначале его сразу заливаем. Но следим, насколько они такие все-таки тепленькие, да, и акцентные. Но надо смотреть оригинал. Я сейчас подзажгла как бы фонарики, но не потому, что они у вас темно нарисованы, а потому что они так сфотографировались. Ну, я предполагаю, по крайней мере, вот в некоторых есть зачатки света какого-то, но такое чувство, будто они сверху как белилами перекрыты, перемазаны, да, что-то такое. Чувство какой-то глухости и белильности, хотя изначально вот такая подобная заливка была бы очень даже неплохой. Плюс там чуть-чуть ее сделать теплее, плотней, чем само свечение неба, но не знаю, то есть я могу предполагать, как там у вас было, а вы уж по оригиналу смотрите. Но определенно должна быть разница более выраженная. Архитектурный фон более темный, фонарики, огоньки должны быть более светлыми. Людей больше хотелось бы видеть не в примитивно черных, а в огромном диапазоне фиолетово-синих, доведенных до темного свойства. Почему еще у вас тут люди выстроились в ряд? Потому что этих людей, которые в ряду, действительно там так и есть, вы вычленяете и вы их рисуете, но просто исключили очень много других людей, которые превращали этот в ряд, в толпу. Потому что если мы посмотрим с вами на развитие, ну вообще построение толпы в перспективе, то по сути, что такое толпа на этом мосту? Да, то есть это люди, обладающие определенным среднестатистическим ростом. Да, плюс-минус все люди ну, по вселенским меркам равны. Ну, там от 160, допустим, да, до 2 метров. Но это ничто по сравнению с объемом этого пространства. Все люди так или иначе вписываются там примерно по высоте в какую-то плоскость. Удаляясь вдаль, да, уходя в перспективу, толпа будет сокращаться, да, то есть толпа по росту будет сокращаться. Потоньше сделаю, чтобы показать дополнительные линии построения. Так, то есть у нас с вами будет происходить сокращение по росту, и чем люди дальше, тем они будут ниже, да, то есть ближайшие к нам люди будут казаться выше. Роль в этой фигуре будет у вас играть, допустим, там вот эта граница, да. Вот эта часть. А люди, которые уходят вдаль, это вот те. Просто здесь мы с вами видим перспективное сокращение в ракурсе прямом таком, да, на уровне линии глаз горизонта. А внизу я нарисовала схему, как если бы мы смотрели на этот мост чуточку сверху. И мы бы увидели, что эти человечки, занимая разные позиции, ну, относительно вот горизонтального расположения на этом мосту, они бы имели также разные высоты, да?
И это все просчитывается геометрически. То есть на этом уровне перспективном человечек был бы вот такого роста. Если мы здесь поднимем перпендикуляр, проведем вправо перпендикуляр, понимаем, на этом расстоянии человечек был бы примерно такого роста. А плюс те самые, там плюс-минус 30 сантиметров в разнице среднестатистического роста. То есть человечки, удаляясь, уменьшаются и уменьшаются закономерно. И когда мы на всю эту историю вид сверху смотрим сбоку, как у вас на фото, да, впрямую, на одном уровне с этими людьми на Землю приспустились, то создается иллюзия людей, идущих в ряд. Но они идут все там, каждый на своем каком-то расстоянии, да, они могут идти на самом деле, ну, вот так вот быть расположены, да, там, а не в ряд. Могут вообще кусками отдельно друг от друга стоять. Но мы спереди смотрим, кажется, что ряд. Вот надо иметь в виду, что толпа людей — это не ходящие по схеме вот такие горизонтальные ровные ряды. Да? Что тут получилось? Вот люди пошли рядом, да? Там, вот люди пошли рядом. Вот люди пошли рядом, а между ними пустота. То есть мы выстроили людей на какие-то ряды, а люди могут занимать пространство вот таким образом, да? И издалека они перспективно выстроятся, конечно, в ряд, потому что особенность перспективного сокращения — это сведение всего в горизонталь. Но по расположению хотя бы ног ваши фигурки могли бы быть на разных высотах, да, то есть даже если дальние человечки коротенькие, вот они сократились, ближний человечек там может быть с ними типа одного роста по голове, да, особенность сокращения людей в перспективе, они по голове-то одного роста все будут, но ножки у них у всех могут быть на разном расстоянии, да, кто-то ближе, кто-то дальше, кто-то маленький действительно, потому что ребенок. Но в целом история такая, что они могут быть на разных позициях. Но головы у них у всех действительно будут примерно на одном уровне находиться. Вот, поэтому толпу тоже воспринимаем как объем, неординарно, неравномерно заполненный, но имеющий определенные свои какие-то объемные закономерности. И поэтому можно эту реальность дополнять, понимая законы перспективы, да, заполнять это пространство. И тогда они будут не в ряд, а между ними будут связки. То есть эти люди превращаются из рядов в пятна благодаря тому, что они везде находятся на разном расстоянии и превращаются в такие, ну, цепочки людей, как линия превращается в пятно, так единичные человечки тропками превращаются в компании людей, да, в кучки людей. Но это такие грозди людей, которые друг с другом связаны большими объемными связями, да, хаотично расположенными на мосту. А здесь, когда мы их в ряды ставим, между ними связи нет, много пустого пространства, поэтому кажется, что они идут в ровную линию, и она вам по композиции уже как-то не нравится. А с учетом, что мы потеряли темноту вокруг, да, здесь вон какая темнота была в людях, и людей как-то толком не видно. А здесь мы получили светлую среду вокруг людей. И их еще и поэтому стало очень сильно видно, да, и это нас может напрягать. Может быть, хотелось бы мне пожелать приглядываться больше к оригиналу. Здесь очень интересное погружение в сине-фиолетовую цветовую среду. Она хорошо так демонстрирует влияние синего неба, которое где-то выше, там над нами находится. Поэтому, если есть сомнения, да, в какие цвета нам здесь перекрашивать, то, конечно, в сторону цветного, нежели в сторону черноватого. Очень много синих цветовых групп участвуют в архитектуре, в данном случае, да, в верхней части. Пусть будет погашенный цвет, пусть будет темный по вашей задумке, но чтобы цвета среды было убедительно достаточно, да, в составе этого замеса. А черный, пусть он участвует у вас где-то для потемнения замеса, но не будет основным ведущим оттенком, да, в этой истории. Это очень цветная картинка, она не черная.